Привет. Привет, ура. Привет, привет. Так, сейчас хочу дождаться, чтобы YouTube включился. А, все, в эфире. У меня, видимо, с опозданием немножко идет. Да, ребят, еще добрый вечер. Ребят, я бы хотела вам еще раз. Опа. Напомнить. Еще два человека могу взять на ретрит. 26 числа будет ретрит, он будет в Сочи, в Лоу, с 26 по 1 число. Вот. Салют. Вот. Поэтому, если кто-то еще хочет присоединиться, то у вас есть такая возможность. Вот. Это первый момент, чтобы я хотела сказать. Потом у нас освободилось 4 места чат троечки, про который я говорила, да? Вот, этот чат троечки, трех человек тоже можете писать, ребята, это на месяц, когда месяц, и мы с вами в режиме, ну, постоянно работаем с вами в режиме, то есть там не надо думать, что вот этот вот чат троечки, что в этот чат вы зашли, и через месяц вы стали автономами, либо вы стали просветленными, либо еще кем-то. Это чат для того, чтобы вы вышли к самому себе, пришли к самому себе. Готовность у вас должна быть, обязательно должна быть готовность, чтобы не было такого, что вы туда зашли и такие скрестили ручки, говорите, ну теперь давай, распаковывай меня. Нет, вы должны, это в первую очередь работа каждого, работа самого себя. И если какие-то замечания или какие-то моменты мы оговариваем, то это не для того, чтобы вас принизить, не для того, чтобы там еще что-то, а для того, чтобы вы, наоборот, вышли из самого себя. Потому что чем больше у нас стоит рамок, тем сложнее нам вытаскивать самого себя из вот этих вот социальных программ. Это нужно очень четко понимать. И когда говоришь, что вот у тебя вот эта вот рамка, и когда ты чувствуешь, что ты говоришь, нет у меня этой рамки, задумайся, почему ты так отстаиваешь ее? Всегда. Если человек, у меня с кривой шишечкой тут, да? Если человек вам, кто-то сказал это, значит, он это в вас увидел по каким-то причинам. Задумайтесь. Это обязательно. И еще я бы хотела вам, ребят, сказать, сегодня мы с организатором, с Кристиной обсудили момент такой. 28 и 29 я буду проводить лекции в Москве. Где это будет и какая это будет оплата, мы пока не знаем. Это будет зависеть от того, какой это будет зал. Конечно же, мы хотим сделать, чтобы это была, ну, такая вот сумма чисто символическая, чтобы как можно больше народу могли прийти. Вот цель этих поездок моих, чтобы вы понимали, чтобы вы видели, чтобы вы знали, что все ключи в вас. Я не просто так сегодня это сделала, этот эфир. Я сегодня объясню, почему. Вот, и поздравляю с Москвой. Да, и это будет происходить, скорее всего, так. 2 часа будет, ну, лекция, так называть, да, общение. Потом будет минут 40 или час перерыв, и потом еще на 2 часа. И так будет 2 дня. То есть кто-то может на один день на какой-то прийти, кто-то может на 2 дня прийти. Если какие-то вопросы, я потом в дальнейшем дам телеграм Кристины. Можете писать мне в личку, я дам телеграм Кристины, а потом мы выложим. Я сделаю ролик и выложим вот с телеграмом Кристины, где вы будете это видеть, чтобы уже можно было с ней связаться. Вот. А 30 числа я буду на слете. Слет сыроедов или слет автономов он называется, не помню. Вот, я там буду буквально только, я приеду туда на свое выступление и уеду. То есть я там не буду оставаться на несколько дней, я только познакомлюсь с ребятами,
которые там будут присутствовать, и уеду. То есть большая часть у меня будет вот как раз лекции в Москве, а в Подмосковье я буквально туда на несколько часиков. Только пришел, как попасть в чат? Игорь, напишите, пожалуйста, мне в личку, под каждым видео есть контакты Телеграма, Лафлана называется, Телеграм, личка. И напишите мне, я вам все скажу, как, чего, куда, вот, чтобы вы уже понимали. Вот. А сегодня у нас, ребят, тема «Все ответы в тебе». Почему я эту тему затронула? Она актуальна как никогда. Ко мне все больше и больше людей начинают обращаться, что вот, говорит, мы вот у того были, мы у того были, мы там затем ездили, затем. То есть вплоть до того, что приходят такие люди. Это сколько нужно терпения, сколько нужно таланта, да, Аброра, я потом чуть попозже посмотрю, спасибо, сколько нужно, вот, я не знаю, целеустремленности, чтобы ездить по 20 лет, люди ездят по Индии, там, еще по каким-то великолепным местам, чтобы пробудиться, чтобы просветлиться, чтобы выйти на автономию, чтобы еще что-то. Ребят, чем больше вы себя засираете вот этой вот ненужной информации, тем больше вы уходите в дебри. Это всегда так. И я сейчас буду нацелена на то, чтобы вы шли к самому себе. Слет веганов, короче. Наверное, слет веганов, да. Вот. Чтобы шли к самому себе. Что значит к самому себе? В каждом из нас есть абсолютно все ответы. Вообще все, всегда, при любых условиях. Если вы научитесь слышать себя, если вы научитесь доверять себе, если вы научитесь видеть самого себя в себе в первую очередь. И как к этому прийти? Я как раз об этом сейчас все время говорю, как прийти к самому себе. Потому что я уже говорила, что наступает момент, это не только у меня такие моменты бывают, это и у ребят, с которыми я общаюсь. То есть когда вы принимаете себя, когда вы верите себе, когда вы чувствуете себя, когда вы научаетесь жить безоценочно в этом мире, когда вы начинаете жить в принятии это никогда там, тебя топчат в грязь, а ты такая, я вся в принятии. Я не про это, ребят. Мы не будем уходить из крайности в крайность, да? Я как раз говорю о тех моментах, когда ты истинно видишь то, что происходит вокруг. Истинно видишь то, что происходит вокруг. Когда ты себе не придумываешь воздушных замков, когда ты себе не надумываешь что-то еще, когда ты не надумываешь какую-то ситуацию, которую ты видишь, а по факту она не такая, когда ты придумываешь через призму своего сознания. И вот когда ты приходишь к себе, у тебя разбиваются все стекла, у тебя разбиваются все линзы, все очки, вообще все разбивается. И ты научаешься жить в этом мире, в тотально честном мире, в первую очередь перед самим собой. И когда ты научаешься жить в этом мире, когда ты в нем уже достаточно хорошо, достаточно долго, достаточно уже в легкости начинаешь жить, существовать, общаться, работать, все что угодно, то в определенный момент, ну, по крайней мере, как было у меня, к тебе приходит свет. Он, это мгновение, это секунды, когда все озаряется, когда ты полностью просвечиваешься насквозь, и ты понимаешь вот в это мгновение, в эту секунду, что у тебя больше нет ни одного вопроса, у тебя есть только ответы. И это состояние, это, наверное, называется просветление, или как оно называется, я не знаю, как называется, я вот этими словами, я их употребляю только для того, чтобы у нас с вами была одинаковая критериальность, чтобы критерии о том, о чем я говорила, чтобы были более или менее понятны. Но о пробуждении я уже говорила, вы все, кто смотрите подобные каналы, вы уже пробуждены, вы уже идете к самим себе. Но очень часто вы начинаете себя все время загонять. О, я нет, я не пробужденный, я не, нет, я не пробудился. Вот тот да, вот тот знает, а я-то что знаю, я-то вообще ерунда какая-то. И вы начинаете где-то себя принижать, где-то себя недооценивать, где-то говорить, да, вот я ведь весь такой крутой, я вот весь такой классный.
но не просветленный. Вот я какой-то другой, там, я какой-то еще что-то. Или не пробужденный, не разбираюсь немножко в этих словах. Вот. Это. Это о потере себя. Это когда вы не до конца можете чувствовать себя. Это когда вы не до конца можете открыться перед самим собой. Это когда вы. У вас есть еще капля лжи. В первую очередь к самому себе. И когда вы начинаете открываться перед собой. Привет, Александр. Когда вы начинаете себе говорить правду, то, ну, наверное, в правде перед самим собой жить. Вот мы очень многие, вот кто со мной работает, они все говорят, я вообще всегда только правду говорю. Но когда касается какой-либо ситуации, и если меня просят, если не просят, я никогда не залезу. Если меня просят, говорят, ну вот, вот эта ситуация как, вот я вот себе все правду расскажу. Я все равно в этой ситуации найду какую-нибудь неправду. Не потому, что вы стараетесь себе врать, а потому, что мы многих вещей не видим, потому что мы в нашем социуме, нас не учили так туда заходить, нас не учили туда заглядывать, нас не научили, нам не показали, что там тоже есть определенная глубина нашего познания. И когда мы оттуда начинаем доставать вот эту вот правду, тогда у вас раскрывается вообще все. И, конечно, мне действительно очень приятно, когда есть отзывы такие, что мне ребята начинают писать, там, Света, после встречи с тобой мы там перестали есть или едим совсем чуть-чуть. Но не потому, что они заразились каким-то неедением, да, а потому что они увидели эту жизнь, насколько она прекрасна и насколько неактуальны становятся эмоции от еды, понимаете? И вот через это я говорю, то есть еда и жидкость – это… Не хорошо и не плохо. Это просто определенный этап вашей жизни. И если вы не будете на нем зацикливаться, то он просто придет сам по себе. Просто придет, потому что он будет неактуальный. Но если вы начинаете все время об этом думать, то есть думать, либо сколько я ем, либо сколько я не ем, это вообще ерунда. Это не про это. Вы из одних рамок еды, влазите в другие рамки, не еды. И это получается просто аскеза, это голодание, это вообще не про автономию. И вот что такое автономия? Это же такое слово, когда, наверное, оно такое техническое, мне больше кажется, да? Я бы, наверное, все-таки сказала, что человек, когда он начинает жить, истинно жить, радоваться, радоваться не в смысле эмоционально, постоянно там, а именно вот эта вот ровная радость, тотальная благость, вот так бы я назвала это состояние, то тогда вам не хочется себя пичкать искусственными эмоциями через еду. И тогда вы приходите к другим познаниям себя. Вы можете есть, а можете не есть, вам вообще будет без разницы. Это вообще будет не про то, что… Не про то, что нужно, не про то, что я сделал это или не сделал. За последние 3 месяца поменялось состояние, какие-то изменения в теле произошли. Александр, если это ко мне, то… Ну, мне кажется, что у меня постоянные изменения в теле происходят. Изменения в теле, они будут происходить. У нас очень сильно сейчас… Чувствуют, многие чувствуют, на еде многие очень чувствуют, что у нас меняется клеточная структура, у нас плотность воздуха становится другой, у нас вибрационное поле, оно тоже меняется. И если есть чувствительные люди, которые чувствуют там какую-то вибрацию, там какие-то, знаете, вот такие вот они бывают тонкие люди, они это очень хорошо схватывают, они это очень хорошо чувствуют. Я могу сказать, что я такой толстокожий человек. И то, для меня это как бы все, я это вижу, это чувствую, я вижу, как люди начинают светиться другим светом, это действительно так, то есть у них происходят такие, ну, мне кажется, кардинальные изменения в каждом человеке, и это происходит сейчас так быстро. К чему мы придем? К чему-то придем
И как, еще раз вернусь к теме, о которой мы говорили, да, что все ответы в тебе. Это когда вы ходите, смотрите, я не могу, не хочу и никогда не буду ничьим гуру, ничьим учителем, ничьим каким-то там еще кем-то. Но я могу стать для многих людей триггером. То есть какие-то мои высказывания, какие-то мои эфиры, какие-то мои фразы, что-то еще, они бывают срабатывают вас как триггер и вытаскивают из вас ту информацию, которая есть в вас, в первую очередь. И когда они вот эту вот информацию вытаскивают, вот мое присутствие, мое какое-то слово, еще что-то, я могу стать этим триггером. И если вы будете относиться вот к подобным людям, там, как я, например, да, которые там что-то через телевизор вещают, именно как не к тому, что там, ой, там еще что-то, потому что я разных людей видела, и там, и вплоть до того, что ко мне приезжала женщина, и она упала на колени, она давай мне целовать ноги, я думаю, боже мой, что ж такое-то, я говорю, зачем, как мы, вы меня там излечили, исцелили. Потом, когда мы с ней начали разговаривать, уже потом выяснилось, через буквально 20 минут разговора, когда я ее начала вытаскивать, что же у нее случилось, я просто в определенный момент, когда она смотрела один из эфиров, сработала как триггер несколько слов моих, несколько фраз. И вот этот триггер вытащил из нее вот эти вот скрытые, ее подавленные в определенное время, подавленные ее желания, которые вылились вот в такую форму жизни. И когда вот это вот триггернуло, она просто раскрылась, и она просто изменила всю свою жизнь кардинально, на 180 градусов, на 360 градусов. И приехала благодарить меня. Ну, тут не ко мне благодарность-то, а тут, по большому счету, должна быть благодарность к самой себе, что все-таки она себе позволила вытащить то, что в ней сидело многие-многие годы. И когда вы относитесь к определенным людям именно как к определенному этапу вашей жизни, да, можно ездить на встречи, можно ездить на ретриты, можно еще куда-то ездить, чтобы вы понимали, что от этого человека у вас, вам нужны определенные моменты, чтобы у вас раз и сработало, то вы пойдете к себе. А когда вы зациклены на ком-то, когда вы идете за кем-то годами, когда вы идете и изучаете их программы, еще что-то, вы начинаете как будто бы как их жизнь жить. Вы начинаете проживать то, что они создали, уходя от себя. И когда вы проживаете то, что они создали, то, что они что-то скомпоновали из каких-то программ, из каких-то учений, из каких-то практик, еще из чего-то. И если вы углубляетесь вот в эти вот определенные вещи, вы всегда уходите от себя. Да, на каком-то этапе, может быть, вам что-то помогает для здоровья, для сознания, еще для чего-то. Но это всегда должен быть какой-то этап в вашей жизни. Не приучайте себя к другим высказываниям, не приучайте себя к другим практикам, не к своим. У вас, у каждого будет, вам тело подскажет, что для вас хорошо. И это будут, я не знаю, назовите ваши практики, ваши еще что-то. Это будет всегда ваше. Но к себе вы сможете прийти только тогда, когда у вас не переполнена голова различными, не знаю, там, мудрыми советами. Потому что вся мудрость, она находится в первую очередь в вас. И если вы научитесь отпускать очень легко людей из своей жизни, то только после того, как вы научитесь отпускать людей из своей жизни, к вам начнут приходить новые люди. И тогда у вас начнется вот этот вот жизненный, очень приятный круговорот ваших событий. Только ваших, тех, которые нравятся вам, тех, от которых вы будете в благости, тех, от которых вы будете в ровности. И это абсолютно другие ощущения. Ребят, если есть вопросы, то задавайте. И, конечно же, буду ждать вас в Москве. И по индивидуальным сопровождениям, то есть индивидуальные сопровождения, есть точно так же ретриты, когда приезжают индивидуальный ретрит на 3 дня. То есть 3 дней хватает вполне, потому что в первые 2 часа, ну, как показывает практика, практически 20 минут,
человек вскрывается, а два дня мы учимся жить по-новому. Вот так это происходит. Если вы, Света, нравитесь кому-то, то это кто-то говорит правду или это его маска? Вообще, ребят, я сейчас пришла к такому выводу, что у нас масок-то по большому счету нет. Мы всегда играем самого себя в тех состояниях, которые мы чувствуем на данный момент. И когда мы приходим к ровности, то нам не нужно себя играть в других эмоциональных состояниях, потому что мы всегда в благости. Когда говорят, вот маски слетели, это не маски слетели, это мы познали ровность самого себя. А вот эти вот маски, когда мы говорим, вот маску он одел, вот она все время в маске, он все время в маске, это нет, это мы придумали опять что-то, что якобы кто-то закрывается, что мы закрываемся, что еще что-то. А по факту это всегда мы. Даже если я, ну какую я могу одеть маску? Ну маску там, я не знаю, какой-нибудь хорошей, прилежной девочки. Но это же не маска, если бы, значит, это есть во мне. Если я могу это вам показать, значит, это я. Если я одела маску какой-нибудь суки последней, то это тоже я. Это есть во мне. Это не маска, это просто грани меня. И когда мы приходим к определенному состоянию ровности, то тогда, когда говорят, что вот маски слетели, это не маски слетели, просто мне уже не хочется быть очень хорошей, потому что зачем это? Я есть сама такая, какая я есть. Я не буду очень плохой, потому что я есть такая, какая я есть. Я не буду какой-нибудь там, ну, еще какой-нибудь, потому что когда есть внутри ровность, то она просто есть ровность меня. Но если эта ровность пройдет, и я начну эмоционировать, еще что-то там показывать, это уже тоже буду я, это будет мое внутреннее состояние, всегда мое внутреннее состояние. О, прекрасно, спасибо за ответ, спасибо, Вадим. Поэтому здесь я так к этому отношусь сейчас. Задавайте еще вопросы, ребят. Да, и еще, если кто-то захочет, если будут не москвичи, а кто-то захочет приехать в Москву навстречу. Или, ребят, если из каких-то других городов кто-то хочет организовать встречу, то я, конечно же, можно тоже будет договориться. Я с огромным удовольствием съезжу еще по другим городам, чтобы с вами увидеться. Просто пишите. В Крым я собиралась еще, тоже мне ребята написали, но у меня сообщения ушли вниз, и я, наверное, даже не найду, кто это, что это из организаторов. Не стесняйтесь мне писать по несколько раз, потому что я бывает, что открыла сообщение, не успела ответить по каким-то причинам, и все, и оно у меня уже через 2 часа, оно будет у меня в самом низу, и я уже вам никогда не отвечу, потому что я не вспомню. Поэтому пишите, не стесняйтесь, пишите по несколько раз. Если это то, что я смогу ответить в смс-ках, я отвечу. Если какие-то это организаторы по Крыму, там, по Питеру, по Екатеринбургу, по еще каким-нибудь городам, может, по каким-то Краснодар, то давайте сделаем. Я с огромным удовольствием покатаюсь и со всеми с вами познакомлюсь. И еще, ребят, хотела бы я сказать, что у нас так, все время так меняется все. И разные информационные каналы то открываются, то закрываются. Вот. И сейчас еще мы залили видео, ой, достаточно много, на ресурс есть такой Boosty. Вот. И там очень много видео. Поэтому, если что, тоже подписывайтесь, не забывайте, чтобы не потерять информацию, не потерять друг друга. Вот, тоже туда подписывайтесь. Что думаешь, Тиш, по поводу православия святых? Ну, во-первых, я в религию стараюсь вообще не лезть, потому что мы ее очень часто не так интерпретируем, как она есть. Но если мы говорим, что про какие-то религии, то я все-таки предпочитаю это говорить либо наедине, чтобы человек меня точно понял, чтобы не было какой-то агрессии, либо каких-то непониманий. Но то, что есть, вот, то, что есть святые, и они делали какие-то определенные вещи, это я знаю, это действительно так.
у меня это не вера, у меня это не то, что я там в это верю, еще что-то. Я просто знаю, что это действительно было так. Вот. А по поводу религии я промолчу. А в другую страну не хотите приехать? Я пока по России. Наверное, я не про религию. Ну, про святых я вам ответила, что да, были такие. Я не могу сказать за всех, но были определенные люди, которые делали определенные вещи. Они и сейчас существуют, эти люди. А другие люди — это наши зеркала. Я бы сказала, да, что это наши зеркала, но мы очень часто неправильно интерпретируем, опять же, наши зеркала. Поясню. Вот, например, к нам подходит человек из какой-то агрессии, да? И ты думаешь, ой, что ж такое, что ж он ко мне подошел с такой агрессией? Это значит, есть во мне, а может быть, наоборот, он пошел с этой агрессией не потому, что есть в тебе, а потому что в тебе этого нет. И поэтому он пришел с тем, что нет в тебе, что ты себе не можешь позволить, может быть, по каким-то причинам. Либо не можешь раскрыть по каким-то причинам. Здесь нужно очень четко смотреть, вернее, не четко, а здесь нужно очень, очень мягко и легко воспринимать того, кто к тебе пришел и почему. То есть через каждого ты даже не столько... это есть в тебе или нет в тебе, ты же через каждого, это каждый человек, это твой рост самого себя, каждый встречающийся тебе на пути, точно так же, как и ты его, и ты от каждого можешь взять пазл, который недостает тебе, и точно так же, но ты сможешь этот пазл взять только в том случае, когда ты ему дашь свой пазл. Считаешь себя целителем? Нет, я себя целителем не считаю. Я абсолютно уверена, что каждый человек может исцелить себя сам. Абсолютно уверена, потому что были такие случаи. Единственное, что я делаю, я никогда не влезаю в поле другого человека. Я считаю, что это не нужно. Я просто с ним работаю и показываю ему, мы достаем из него его силу, раскрываем его. Она же всегда закрыта каким-нибудь, закапсулирована все время чем-то, каким-нибудь говном социальным. Вот. И как раз я помогаю вытащить вот это вот, раскрыть то, что есть в нем, и когда он раскрывает свои вот эти способности, свои силы, свою регенерацию новых клеток, он это может сделать самостоятельно. А я просто ему помогаю вот эту вот, как сказать, энергию распаковать в себе, чтобы пустить на самого себя. Вот так вот будет правильней. Как вы пришли в автономию? Игорь, давайте я не буду про это говорить. У меня на канале, вы же сейчас на канале, там очень много роликов. Я одно время, я прям, у меня там очень, есть эфиры, в которых я прям рассказываю с самого начала, почему я туда, как я туда пришла, что мне поспособствовало в этом, как я шла, с какими, через что мне приходилось проходить. То есть у меня она не была легкой, поэтому я там все-все-все подробно рассказываю. Если помочь человеку, это разве не делает его слабым, зависимым и не самодостаточным? А тут немножечко другое. Смотрите, если человек там ко мне подходит и говорит там, ой, помоги мне там сделать вот это вот, то, конечно, если я ему говорю, да, я тебе помогу, во-первых, я себя сразу же ставлю, да, я тебе помогу, я-то могу, а ты-то вот нет. Это да, с этим я согласна, что я сразу же его принижаю, во-первых, не даю ему развиться, и тем самым я принижаю по факту себя, то есть я себя окружила такими людьми, да, которые не могут развиться. Но есть определенные вещи, например, очень болезненные люди, то есть такие вот, как, например, как, которые, когда вот я была такой. То есть, когда человек не может прийти к самому себе не потому, что он не может, а потому, что он по определенным причинам, его физическое тело настолько больное, что оно все свое внимание, всю энергию оттягивает на себя, и он не может прийти к самому себе. Вот здесь я помогаю, чтобы облегчить вот эту вот физическую боль, чтобы его физическое тело немножечко отпустило, и после этого он самостоятельно уже выбирается. Вот это да, то есть тут тоже нужно понимать, что когда ты можешь в это вмешаться.
Светлана, благодарю, про триггеры тема мне откликнулась. Благодарю. Понял. Чувствовал, что вы так ответите о своем пути. Посмотрю, очень интересно. Спасибо, Игорь. Да, ребят, задавайте еще вопросы, если есть. Да, и у нас с вами будет в четверг на Автополстаре. На Автополстаре я сейчас буду делать поменьше эфиров, наверное, раз не в одну неделю, раз в Питер не хочешь приехать. Да, я могу в Питер приехать с огромным удовольствием. Да, только нужно будет согласовать даты и кто займется организацией. Конечно же, с удовольствием приеду. Из Питера очень много ребят. Да. Поэтому пишите в личку, и там уже согласуем по времени, по датам, и с огромным удовольствием прокачусь. Как себя чувствуешь в холодную погоду? Отлично. В холодную погоду, я уже говорила, да, смотрите, на первых этапах, когда... Это еще когда выходишь на сыроедение, да, хочется тепла, все время в теплых краях жить, где-то у моречка, чтобы было все время тепло. А потом в определенный момент, когда ты все больше и больше очищаешься, все больше очищается твое тело, когда ты начинаешь быть уже на другом уровне чувствительности, то здесь жаркие страны уже тебе не так актуальны. Потому что вот это вот, когда идет из прогретой почвы, когда идет вот это вот гниение человека, животного, вот это вот все, оно же все закопано, и неважно, сколько оно, под каким слоем, ты видишь, вот знаете, когда видишь жару, а вот смотришь на асфальт, и он такой, как это, плотность такая вот идет воздуха, да, вот. И ты точно так же чувствуешь вот эти вот, когда пары выходят вот этого гниения, и ты чувствуешь, как ты ими дышишь, и становится не очень хорошо и не очень комфортно. А вот уже в холодных странах, когда ты уже на более, так скажем, на минимальном питании, да, либо без питания, то тебе хочется уже в такие, в более холодные какие-то города и страны проехать, где абсолютно... другая плотность воздуха, и она более прозрачная, более чистая. В горах очень хорошо себя чувствуешь, причем чем выше гора, там, где снега, прям ты разворачиваешься. И, наверное, именно поэтому я переехала в Сочи, потому что это один из немногих или вообще один город в России, который считается субтропическим климатом. И здесь за счет субтропического климата нет этого перегноя, который я чувствую в других городах, в жарких городах. Вот еще так. Поэтому вот в горы я ходила как раз, вот, Чигет, Эльбрус. Мне очень понравилось. Я прям там, мне кажется, это прям... Наверное, бы даже жила уже ближе где-то вот к холоду. Вот. Ну и про воду, конечно же, говорила. То есть вода холодная, это в теплой воде я не моюсь. Я только в холодной воде. И если я чувствую, что на улице какая-то более или менее жаркая погода, то у меня прям на ночь у меня ледяная вода в ванной все время стоит. И в течение ночи я несколько раз туда вот как бы погружаюсь. Потому что днем там дети бегают, еще что-то, как бы вот как-то не до этого. А ночью у меня стоит ванна с ледяной водой, там льда набросана немножечко. И вот я, не бывает, нет-нет, залезу там на 10-15 минут, посижу вот в этой ледяной воде. Такое тоже бывает, собирает очень хорошо. Вот, ребятки, если нет вопросов, то буду отключаться. Если есть вопросы, то задавайте еще.
в Ютубе пока нет вопросов. И здесь уже вроде бы закончились, да? Вот. Но здесь мы с вами увидимся через неделю, в это же время. В клуб, ребята, если кто-то хочет присоединиться, то в клубе мы обсуждаем разные темы. Лень, всякого такого, откуда она берется, кто ее сделал, как можно, какие практики можно сделать, чтобы там кушать, не кушать, как, что такое там какие-то еще вопросы, интимные вопросы обсуждаем в клубе. Вот, там чисто символическая оплата за месяц, если кому-то интересно, если у кого-то возможности нет приехать на ретрит, но хочет как-то побольше пообщаться, какие-то вопросы другие задать, то присоединяйтесь еще в клуб. Есть еще вот такой у меня клуб. Вот, там у нас, как правило, два раза в неделю проходят эфиры, они все остаются в записи. И там тоже можно посмотреть. Эти эфиры мы никуда не выкладываем, они у нас закрытые. Поэтому присоединяйтесь, куда хотите. Вот. И до скорых встреч, либо личных, либо в эфирах. Всех обнимаю, всем спасибо за вопросы. Очень приятно, что были со мной. Всем пока!